Будь осторожен. Цель движется на северо-восток. Всем командам, личность установлена. Стоять! Поднять руки! Живо! Беги! Как свое имя? Я тебя запомню. Это Фишер, офицер полиции Нового Орлеана? Да. Отметим годовщину. Год назад ты отнял у меня то, что никто не сможет мне вернуть. Это несчастный случай. За это ты поплатишься тем же. Молли, беги из дома! Она не умерла. Сыграем в игру. Чтобы оставить ее в живых, делай то, что я скажу и когда я скажу. Я тебя выслежу и прикончу. Серьезно? Жду с нетерпением. Безумный гений. Через 15 минут я позвоню по телефону, лежащему на 18 этаже отеля. Придешь позже, бомба взорвется. Идет отсчет. С тобой хотят поболтать. Вы это смотрите. Значит, через 60 секунд лифт упадет на землю. Спастись успеет только один из вас. И дает детективу Джону Фишеру. Стой там, я тебя вытащу, я пошел. Не отпускай! Смертельные задания. Помни о бомбе, Дэнни. От режиссера фильма «Крепкий орех 2». У тебя 7 минут, чтобы пройти 23 квартала. И продюсера фильма «Скорость». Дэнни, держись! Кто будет жить, а кто умрет, решать тебе. «12 раундов».